Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя-легенды. Так, мы с тобой остановились на лиге сёгунов 3 звезды, но, скорее всего, да, меня скинули. Да еще причем 41 ранг, да еще к тому же у нас сегодня что, воскресенье? Ну, уже воскресенье, судя по моим часам. Ребят, нам нужно, ну, как-то ускоряться, если мы хотим получить с тобой платиновые осколки. В любом случае надо прорваться. Причем очень быстро, незамедлительно, я бы даже так сказал. Так что давайте, ребят, сегодня поднапрягемся, попробуем хотя бы дойти до Лиги Мастеров 2 звезды, чтобы в понедельник я успел. Даже нет, не в понедельник, а сегодня вечером. Потому что сейчас в данный момент 6 часов утра. Сегодня вечером я мог добить топчик, то есть Лига Мастеров 3 звезды. Это вот первый показатель, который нам нужно сделать до конца недели. Иначе мы опять прогорим с осколками, и нам придется еще неделю. А у меня, как говорится, времени не так много, чтобы это все ждать, терпеть и любоваться на этот беспредел, который сейчас творится у нас здесь. Только вчера был, как говорится, в трех звездах. Уже скинули, причем довольно быстро. Ладно, я сейчас задам, надеюсь, им тут фикуса, и мы все-таки пройдем, куда нам нужно. Такс, ну что, Донни, я на тебя рассчитываю. Так, ну, Майки, давай сделаем уклонение, наверное. Мало ли там что пойдет не так. А вот теперь Донни. Как он всыпет им, хорошо или плохо? Ну, по-божески, я тебе скажу. По-божески. Ой-ой-ой-ой, ха, ну, ой, этот снимает, ребята. Я рассчитываю. Блин, сейчас пойдет все, ребята, через одно место. Я рассчитываю. Ой, сейчас лупанет Хана. А, вот он как сделал. Слушай, ну это хорошо. Давай мы, наверное, ускоримся с тобой. Угу. И бросим флакон. Давай, Кейси. Прекрасно, прекрасно, ребят. Нам остается только добить Донателло, и все. Здесь мы прошли. Я уже думал, что все у нас вышло из-под контроля, и сейчас тут начнут петрушить, но нет. Благо, все обошлось. Блин, да я только в Сёгун 3 звезды попаду. Потом, ой, еще сколько надо будет, чтобы до мастера добраться. Придется повозиться, конечно. Очень придется много битв сделать. Так, ну я тогда, ребята, продолжаю через Хая играть. То есть берем с тобой здесь Кожеголова. Я надеюсь, что Кожеголовый справится с 61-60 рангом. Потому что если нет, мои головы здесь полетят. Но это не точно, но посмотрим. Так, Кожеголовый, давай первый. Шикарно, ребята. Шикарно. Ну что же. Сегодня, кстати, после черепашек, ребята, будет, скорее всего, продолжение Дракона Санниковуха. У нас там, не забывайте, события. И нам нужно будет его допройти. Ну что, я думаю, что после этого поединка мы уже с тобой на 3 звездочки-то выйдем все-таки. Сколько уже можно терпеть? Так, Зэк, ты пока отдохни. Вместо тебя я возьму Джастина как перестраховщика. Ну, из него, конечно, перестраховщик такой себе, если честно. Одно название. Но, тем не менее, на добивку он годится. Тем более, у него 80 уровень. Я вначале смертельную волну отправлю. С наложением постепенки. Ну, ты видел только, что постепенка сработала. А, у нас Лея уходит. Ну, это лишний раз подсказывает мне то, что Джастин действительно фуфлыжник. Раз его Леонардо, извини меня, переплевывает с 60 уровня. Тот Джастин очень слабак. Но, да, ребята, Сёгун 3 звезды, нам здесь, наверное, поединков 8. Так, давайте мне 16-22. Поединков 8-9, наверное, придется отыграть, чтобы нам перейти до Лиги Мастеров. А если бы ты знал, то полностью отыгрываем бойцов мы с тобой на, по-моему, на 20-й волне. Если я чего-то не путаю, 20 волн у нас всего. То есть 20 боев мы можем провести. И на этом у нас заканчиваются наши персонажи. Может, я, конечно, туфту сейчас сказал, но, по-моему, так. Ага, двоих в минус, и Донни добивает остальных. Прекрасно. Прекрасно. Ну что ж, тогда двигаемся дальше и посмотрим. С 95 на 8... 10 ступенек, друзья мои, мы ровно с вами пролетаем. Это говорит о том, что нам 8-9... Ну, как, в принципе, я и планировал. 8-9 поединков нам нужно будет с тобой здесь пробомбить. Единственное, мне непонятно, почему мне не дают 16-22. Точнее, там должно быть 17-22. А они мне этого не дают.
Они меня держат на каком-то 16-21. Ладно. Я думаю, что Лео с этими ребятами справится. Один. Этих я в расчет не беру. Хотя 56 и 58 уровень не столь велика разница. Единственное, что, конечно же, эти хламоны будут меня намного сильнее бомбить, если они начнут ходить, чем мои персонажи. Ну, Леонардо, естественно, всех косит. Всех косит, и мы с тобой двигаемся дальше. Так, с 85 на 75, по идее, должны перебраться. Это еще 7. Подожди, 7. Ну да, 7 поединков, если по 10 брать ступенек. Блин, да что же они не дают-то мне? Странно, я перешел в новый ранг, а они мне до сих пор, ребята, не пропускают. Мне не нравится такой подход. Это мы что, только с тобой до Лиги Мастеров одна звезда? Я вообще-то планировал где-то 1,5. Ну, то есть, одну звезду получить и половинку где-то до 50 уровня дойти. А здесь такая фигня творится. Чих. Молодец. Алапекс, молодец. Ну куда ты, лезешь? Что он там делает? Иммунитет. Иммунитет тебе не понадобится, парень. Отдохни пока маленько. Вот. Так что сейчас посмотрим. 75-я должна быть 65-я. По логике, да? Они нам дали не 10 ступенек, ребята, а 11. Но это уже хорошо. Это уже хорошо. А я вот все пытаюсь найти, ребят, 17-22. И как ты видишь, все без результатов. Они на 16-21 просто заклинили. Блин, просто заклинили. 16-21 и все. Ни туда, ни сюда. Ладно, берем Макмана, берем Рафаэля. Хотя здесь... Ну ладно, возьмем Макмана и Рафаэля, фиг с ним. Может быть, Макмана одного ставить? Давай попробуем с одним Макманом сыграть. Потому что Рафаэль как бы... на добивку его жалко сюда брать. На добивку эти, я надеюсь, они справятся. Ну, Макман, прояви свою мощь. Прекрасно. Так, этого добьем же. Шреддер сделал его. Ну что же, идеально пока идем, друзья мои. Никаких потерь нету. Я надеюсь, и не будет. 54-е, да? Окей. Такс. Вот. 16-22. Я думал, 17-22. Ну ладно, ладно. Пускай... Ваня, отойди. Пускай пока будет так. Интересно, у нас мутагена... Да, наверное, не хватит, ребята. Уже Рафаэль уже должен был давно быть сотым. Если бы мы с тобой не динамили бы прошлую неделю, он бы уже был бы на сотке, поверь мне. Так, Рафна, я на тебя надеюсь. На твою массовую атаку. Красавчик. Все у него получилось. Он сделал как надо. Всех мы забомбили. Вот. И пытаемся дальше пробиваться. 44-ю давай, пожалуйста, мне. Шикарно, ребят. 44-я позиция. И что вы опять начинаете? Вот. 16-22. Я возьму, наверное, здесь пиццелицево. И более чем достаточно его будет. Я вот просто смотрю, ребят, у нас все меньше, меньше, меньше бойцов. И... в итоге в Лигу Мастеров-то мы попадем. Но, как я раньше говорил, ребята, мало того, что нам надо попасть, нам еще надо там удержаться. То есть, чтобы мы с тобой зашли в следующую серию, и у нас все было на местах. Куда ты летишь? Ах ты, дурик несчастный. Чуть было не было, да, ребята? Леонардо был в критичной ситуации. Половину хп он у него отнял. С удара, с одного удара, ребят. Половину здоровья, хотя разница в уровнях не особо большая. Так, ну что, 34-я, да, должна быть? Окей. Так, здесь. Опять за свое, а? Как они это вообще рассчитывают? 16-21 или 16-22 тебе подсунуть, а? Давай, наверное, так возьмем Рафаэля плюс Ваньку. Раз, два, три. У него-то 67 уровень, а я до сих пор 65, ребята, отыгрываю. Немножко несправедливо получается у нас. Ну давай, Рафаэль, жги. Да, Ванька упал. Добивай, Ванек. Прекрасно. Прекрасно. Кто-то в комментариях писал: Рэй, начни заново, потому что ты своих противников уничтожаешь типа на раз-два.
Друзья мои, а как иначе-то? Как иначе, если мне нужно набирать платиновые скоки? Что я должен с ними тут? Танцы с бубном делать? Нет, конечно. Поэтому я и беру специально более сильных персонажей, чтобы разносить их всех, чтобы никого не потерять, чтобы получить полный объем кубков. Только лишь для этого. Если бы мы с тобой чисто по фану играли бы, это да, я понимаю. Ну, мы бы с тобой бы, мы бы даже бы играли бы с тобой бы составы от подписчиков, вот так бы сказал, если бы мы играли бы по фану, ребят. Сейчас немножко здесь другая ситуация у нас. Так, ну что, получается 13-я позиция, 12-я, отлично. И после этой битвы мы уже переходим на новый ранг. Маузеров я пока, как ты видишь, берегу. Давай я возьму здесь Усаги. А если вот Кунаичи, например, одну взять? Раз, два, три, четыре. Если, например, возьму одну Кунаичи, она справится с 67-м уровнем противников? То есть сможет их сразу всех завалить? Давай глянем. Ну, в принципе, ребята, у нее получилось. Никаких претензий нету. То, что носорог остался, это, как говорится, понятное дело, потому что он сам по себе живучий, так же, как и Бибоп. Но в плане, да в плане, блин, ну чё, видишь, как они сделали? Я должен был, а, ну в принципе там 10. Нет, нормально, ребята, я что-то зажрался. Я думал, что мы 12 с тобой ступеней пролетим. Нет, конечно, что-то я 10 ступенек, у нас же там было 23-е, да, место. Мы перешли с тобой на второе. В принципе, логично. Просто мы уже привыкли, что мы переходим с тобой, ну, когда у нас там остается 10-11 позиция, мы переходим с тобой на следующий ранг. Здесь такого фокуса не прокатило. Так, ну что же, двигаемся дальше и смотрим, какое место займем. 92-е, друзья мои, 92-е. Ну, в принципе, опять жмут, смотри. Вот они опять, ребята, жмут. Ну, где 17-23? Ну, давай ты, господи. Ну, я перешел на новый ранг, ты мне просто по приори должен дать. Да, конечно, дает он тебе, ага. Погуби лопатой, он может тебе дать. А вот чтобы вот так вот повышенный ранг дать тебе по кубкам, фигушки. Ну что же, давай, Усаги, жги. Надеюсь, с постепенным уроном у тебя все здесь пройдет. Кроме носорога, друзья мои, кроме носорога. Ну, я его сейчас нахлобучу. Эти должны отдуплиться. Или отдуплиться, или мы их сами добьем. Да, пришлось самим. Упс. А так, если... Молодец. Тимати по ногам настучал спринтеру и... Победа здесь за нами. Так, ну и что у нас тут? Получается 82-я, да? 82-я. Я все жду, жду, жду. И по ходу дела не дождусь. Они даже 16-21. Даже 16-21 умудряются, ребята, мне здесь подсунуть. Ну кто у нас остался? Раз, два, три, четыре, пять. Получается 5 персонажей и один бой за маузерами. Чисто в соло он пойдет. Кстати, у нас команда такая, я тебе скажу, слабоватая против них. Ой, как и слабоватая. Сейчас же Донателло будет, ребята, хилять 100%. Давай попробуем его нокаутировать. Угу. Ну этот, ладно, свои танцы. А этот же... Или не успеет все-таки? Ну-ка. Все, хила у них нет, друзья мои. Ой, блин. Ну-ка давай. Как-то слабовал. 80-й уровень, друзья мои. Вообще, сейчас вот смотри, сколько он отнимет у меня. Видел? Наверное, этого я не смогу завалить. Давай так попробуем. Отлично. А теперь... Блин, у него уклонение стоит. Так, понизили мы ему атаку. Давай я тоже бафнусь. А если так? Блин, а если так? Прекрасно, ребят, прекрасно. Ай-яй-яй.
Надо было мне, блин... О, молодец. Молодец. Я уже думал, что сейчас он что-нибудь да сделает нам. Но не успел. Так, друзья мои, 73-я позиция. И последний бой, это у нас с участием маузеров. Они единственные у нас остались. Что-то мне подсказывает, что он сейчас просто с одной плюхи всех их разнесет. Тебе так не кажется? Давай-ка проверим. Он должен это сделать. И он, друзья мои, это делает. Прекрасно. Ну что же, с ареной мы закончили. Сейчас посмотрим, сколько ступенек. Ну там, наверное, одна, две максимум. Может быть, одна, скорее всего. 73 становится 72, да, всего лишь одну ступеньку. Ладно, бог с ним. Так, ребятушки, давайте-ка мы откроем колоду. Само собой, бесплатную. Блин, у нас мутагена мало. Мне не хватит, друзья мои, Рафаэля качнуть. Мне не хватит качнуть Рафаэля. Вот в чем проблема. Так, берем здесь. Берем тут. Берем вот тут. Тут и вот так. Такой командой хочу попробовать забомбить. Естественно, тут у нас два мощных бойца. Это Маузер и Армагон. Так скажем. Вау. Фига себе, лисичка, ты на молодец. Молодец, неожиданно. Так, ну, Армагон, давай теперь ты покажи свое мастерство. Такс. Пробиваем. И добиваем. Идеально. Так, ну что, с ежедневным испытанием мы с тобой справились. Такс, теперь что у нас? Забираем здесь. Теперь идем на поиски, ребят. На поиски. Мы Рафаэля же качнули, по-моему, или нет? Ага, нет, мы еще не качнули, ребята. 8 3D очков нам нужно найти. Вечная, вот вечная. Так, одни есть, вечно с ними проблемы, ребят. С этими очками, так, вторые нашли. Третьи. Четвертый, оу, я в ударе. Пятый, прикинь. Шестые. Седьмые и восьмые, последние, сейчас начнет выпендриваться. Вот сейчас начнет выпендриваться, ребят. Нет, нашли. 8 очков мы с тобой нашли. Так, теперь 10 шляп этих с напитками. Вот со шляпами. Почему-то со шляпами, с которыми никогда, в принципе, не было проблем, у нас проблемы. Так, это вторая получается, да? Третья. Четвертая. Ну, я не успею 10 собрать, понятное дело. Так, господи, ну... Давай хоть пятую-то, дай пятую-то хоть, чтобы ровно было. Прикинь, стопор. Вот они, пятые. Так, ну давай, хорошо, еще последнюю попытку. Мутаген. Так, ладно. Мы с тобой выполнили два задания, а вот уровень придется нам повышать кому угодно, кроме Рафаэля. Потому что на Рафаэле нужно 30 тысяч мутагена, насколько я помню. Да, а у нас всего лишь 27. То есть давай с тобой какого-нибудь... Ну, Рафаэль Космос, например. Поднимем ему уровень до 57-го. И заберем здесь награды. Так, нам еще нужно зайти в испытание. И тут, ну ты понял, да, что нам нужно делать? Эксперт снаряжения, естественно, ребят. Так, снаряжение клан Фуд получили. Опа, отлично. Тогда заходим с тобой на эпизод второй. Раз, два, три. Давай я вот так сделаю. На эпизоде втором нам тоже пройти три волны. Я не могу, конечно, сказать, что я доволен нашей командой. Давай так сделаем. Добьешь? Красавчик. Так, с первой волной справились, в принципе, на изи. Ну-ка. Блин. Блин, горелый. Надо вот этого ханорика валить. Потом... А, вертушка есть.
Все равно носорог выживает, а? Мне бы, конечно, бы от Донателло бы не помешал бы сейчас массовый урон. Нафиг я это сделал? Зачем? Возьмем провокацию тогда с тобой здесь. И защиту. Погнали. Карайкам. А, я думал массу будет делать. Но их хана сейчас будет. Так, пробьешь? Молодец. Вот она массовая атака от Дони. Да, что-то как-то... как-то не задалось. Я думал, будет намного больше урона. Молодец, Раф. Так, это сейчас... А давай попробуем через апперкот. Круто. Ну что ж, друзья, никто не пострадал, никто у нас не упал. И мы с тобой... Сколько у нас там, наверное, мало осталось этого? 40 еще, в принципе, можно. Можно попытать счастье, ребят. На 4 попытки. Так, 2 минус. Снаряжение клан фуд. Последнее. Да, последнее. Ай, не то немножко. Ну вот как-то так, друзья мои, как-то так. В общем, мы в Лиге Мастеров одна звезда. Ранг у нас получается какой? 72-й, даже не 50-й все-таки, 72-й. Ну да ничего, завтра тогда мы, наверное, попробуем уже... Точнее, не завтра, а сегодня вечером попробуем перейти уже в 2 звезды. В лучшем случае, конечно, хотелось бы в 3. Нам 3 звезды нужно. Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.